как помочь адаптироваться ребенку к новому учебному году. Можно, например, исследовать дорогу от дома до школы. Сколько она занимает, да, сколько там светофоров по дороге, что есть вокруг школы, если есть такая возможность зайти в здание школы. Что нужно знать родителям про мотивацию к учебе. Если мы искренне верим в ребенка, что у него все получится, дети это чувствуют и начинают верить в себя. Познавательный интерес, он у детей, в общем-то, есть. Здесь вопрос, как его не убить. Какие вопросы задать ребенку, чтобы расспросить об обстановке в школе? Важно вот именно создать вот эту атмосферу, чтобы безопасность, чтобы ребенок мог говорить не только о своих достижениях, но и о своих каких-то неудачах. Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 6 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – детский психолог Дарья Неретина.